что, друзья, Манава, третий день здесь на кайфоле. Так можно и кайфоле полюбить снова. А что, прям кайфоленько, ветра мало, волнишко ровно из-за этого. Можно вот... Замочек. Так, смотрите, друзья. Доска здесь. Держим ее. Катнись по ветру. Вот он. Я чекал. Остановился. Ой, здесь мелко. Ой, ей тут как мелко. Я по этому доску не верну. Фух. Так, ну ладно. Что будем делать? Будем уходить в сторону от обрушения. Так, сзади еще одна идет волнышко. Так, сейчас будет рушиться прямо на меня. Держись. Держимся. Вроде нормально. Живой пока. Это хорошо. Вот он, кайт мой. Смотрите, какую крепозябрину превратился. Фух. Хороший кайтик, да? Так. Держимся. Опа! Опа. Так. Ну еще несколько волнишек, наверное, придется сейчас схавать. Вот это. Не, нормально. Так, что здесь по глубине? Все, достаточно глубоко. Можно доску перевернуть. Так, так, так. Что у нас тут? Собираем кайтик. Ага. Так, кайтик собран. Теперь надо только с этой крокозяброй разобраться. Видите его, как вывернуло? Это у меня уже не первый раз с Нео случается. Можешь кайт провернуть? Он у меня там замкнулся. Ну или я сам, ладно. Да, я сам поковыряю. Давай. Давай. Время еще есть до захода солнца. Можно поковыряться. Так, ну что, дружочек, пирожочек, что будем делать? О, дела. Ну давай. А, просто завязался у меня в узел кайт. Не хочет исправляться. Давай, 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 давай. Что ты там? Что тебе не нравится-то? О, дружок. Ну это вообще уже не дело. Так, ну что будем делать? Мы можем смотать планку. Так делать нельзя, конечно. Но... А что делать, если вот такой пирожок у нас смотался, а? У меня никаких идей. Я смотрю планку, ребят. Не знаю, как вы. Пойдет он у меня сейчас кайт-лупами, не пойдет. Но делать нечего. Иначе я не вижу выхода из этой ситуации. Назовем эту ситуацию пирожок. Потому что кайт из этого положения уже никак не перезапускается. Застревает пирожочек такой. Так. Ну а в целом отдыхаем неплохо. Как вы видите. Так, иди-ка сюда. Почти закончили. Еще чуть-чуть. Ну что, друзья, смотрите.
Вот он кайт, да? Какие идеи? Что мы будем с ней делать? С такой крыгозябленной. А? Какие будут идеи? Так, сначала планку зафиксим. Я у нас тут. Давай еще моточек. Здесь фиксация. Окей. Планка зафиксирована. Подходим к кайту. Смотрите, как его завернуло, а? Офигеть. Замотало, черти что. Так, ну и что, и как с этим справиться? Эть. Дружочек, виражочек. А, ничего себе. Просто наизнанку вывернул, видите? И все. В жесткую конструкцию встал. Ненавижу вот эти карты, кайты, блин, которые умеют такой трюк делать. Фух, со мной это уже третий раз в жизни случается. И вот сейчас вы это видите своими глазами. Так, ну что, суть до дела, надо выворачивать как-то. Так, давай, 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 давай. Вот ты зараза, вот же ты зараза. Значит, надо было такое сделать. Так, ну-ка, ну-ка, давай, давай. Застрял надежно, тварь. Так, почти. Давай, давай, давай. Ах ты, зараза, опять. Ну, тварь. Давай. О, победа. Вот ты ж кайтик, шмайтик. Все, ребят, смотрите. Вывернул назад. Теперь осталось только перезапуститься безопасно. Так. Скидываем строго. Только назад, только не застегнись. Так же. Гад ты такой. Нео. Восьмерка. Так, ну что, планка раскручена. Какие шансы, что он сейчас перезапустится? О, там что-то накрутилось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну и что? Взлетит, не? Давай, давай, давай. Так. Да ладно, еще раз, то же самое. Ты шутишь. Ёлы-палы, как так у него получается? Серьезно. Так, ну-ка, ну-ка. О, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну что, что, взлетай. Ну запутан чуть-чуть, и чего? Что теперь, не перезапускаться? Давай, давай, давай. Не, ну я понимаю, конечно, ветра мало, но как бы и чего, что ночи. Сидеть здесь до ночи с тобой. Давай, взлетай. Давай, 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 родной. Лети, 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 лети. Ну, ну, еще, еще, еще. Вот так. Ну вот, другое дело. Ну да, стропы провернулись, но до берега доехать, я думаю, сможем. Так. Сейчас попробуем стартануть. О, падает. Тихо, 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 не падай. Только не падай. И поехали. Вот так.
Ну вот другое дело. Другое дело, ребята. Выбрались, едем домой. Класс. Короче, смотрите, если такая фигня с вами случается, нужно звать кого-то на помощь, чтобы он вам его выкрутил. Я с кнопками не знаю, как раскрутить. Если вы знаете, напишите в комментариях. Я сколько не дернул, со мной это третья ситуация. Вот так это, такой катик умеет исполнять. Не будем называть бренд, но факт остается фактом. Ладно, я домой. Спасибо за внимание, пока.